Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о произошедших городских событиях за минувшие выходные. Смотрите в информационном выпуске. В регионе растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Музыкальный конкурс в Десногорске завершен. В области создана группа по борьбе с незаконными перевозками. Веселые старты на заводе «Полимер». А теперь об этих и других событиях подробнее. В связи с резкими перепадами температуры за окном растут показатели уровня заболеваниями простудой и гриппом в Смоленской области. Как сообщает Роспотребнадзор, они увеличиваются с каждой неделей. В этом месяце уровень не превысил эпидемический порог, он был ниже 5,2%. Превышение зарегистрировано среди детей от 3 до 6 лет. А о том, как обстоят дела в нашем городе, нам расскажут сотрудники Десногорской медсанчасти. За декабрь 2015 года в медико-санитарную часть обратилось 346 человек с заболеваниями острых респираторно-вирусных заболеваний. Если сказать, сколько было заболевших в течение 2015 года, это появляется большая цифра – 5938 человек. То есть 19% от всей заболеваемости. Грипп как таковой в Десногорске в этом году не зарегистрирован. Так же, как и в прошлом году. На данный момент прививочная кампания у нас продолжается. Во врачебной амбулатории при САЭС все желающие могут привиться с 7 часов утра до 15 в процедурном кабинете на третьем этаже АБК. И в медико-санитарной части, в процедурном кабинете, после осмотра терапевта, пожалуйста, все желающие могут подойти и привиться против гриппа. У нас имеется прививка либо ваксигрипп, либо гриппол. Уважаемые десногорцы, будьте осторожнее, берегите свое здоровье и своих близких. Скоро новогодние праздники. В минувшую пятницу в Смоленске произошла трагедия. 6-летняя девочка умерла после пробы пирки. Во время укола в медучреждении облцентра 6-летней девочке стало плохо. Реакция на выявление туберкулеза оказалась для ребенка смертельной. Спасти малышку не смогли даже прибывшая по вызову бригада скорой помощи. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Это дело взял под личный контроль Павел Астахов. А теперь новости культуры. Два дня, 10 и 11 декабря, в музыкальной школе Десногорска проходил первый открытый межрегиональный конкурс, посвященный памяти заслуженного артиста Российской Федерации и Белоруссии, дирижера, скрипача, основателя оркестра русских народных инструментов Десногорский и Смоленский Виктора Павловича Дубровского. В конкурсе приняло участие 45 детей из Смоленска, Десногорска, Рославля, Ельни, Ершичей и Шумячей. Конкурсанты выступали в разных возрастных группах и номинациях. Самая многочисленная номинация – народные инструменты. Домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, гармонь. Десногорские ребята выступили очень достойно. Лауреатами разных степеней в своих возрастных группах стали Лев Семенов, Ян Меляков, Екатерина Семенова, Леонид Козырев, Ксения Куриная, Варвара Мелякова, Елизавета Сибилева, Александр Элькинд, Анастасия Рысева, Людмила Андреева и Екатерина Лямцева. В номинации «Струнно-смычковые инструменты» – скрипка. Елизавета Платонова и Софья Тарасова – лауреаты третьей степени. Ульяна Казанцева и Алина Кротова удостоены дипломов четвертой степени. От души поздравляем всех юных десногорских музыкантов. А 15 декабря в зале Цесонии Трина состоится праздничный вечер «Славим вас, дающий и тепло, и свет», посвященный Дню энергетика. Начало в 18:30, а 16 декабря десногорцы, любители инструментальной музыки, могут посетить концерт Оркестра русских народных инструментов имени Дубровского. Начало в 17:30. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области, в регионе создана внештатная группа по выявлению и пресечению фактов незаконной перевозки отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В целях реализации указа президента Российской Федерации об уничтожении продуктов, которые попадают под эмбарго, ежедневно в Смоленской области на автодорогах регионального и федерального значения выставляются наряды из числа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, ГИБДД, ОМОН, которые осуществляют круглосуточный контроль соблюдения законодательства в отношении санкционных товаров. У всех водителей большегрузных автомобилей проверяются сопроводительные документы на ввозимый груз. В случаях, если
больнице предъявленные сертификаты о происхождении фитосанитарного контроля вызывают сомнения в подлинности, либо фактически перевозимая продукция не соответствует заявленной в документах, автомашины задерживаются и передаются в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Смоленской и Брянской областей для проверки подлинности документов и принятия процессуального решения. После проведения всех необходимых экспертиз и оформления актов изъятия перевозимый груз изымается и уничтожается, а на организацию налагается административный штраф. В случае, если фитосанитарные сертификаты страны происхождения подкарантинной продукции являются поддельными, груз подлежит утилизации в рамках законодательства Таможенного союза в сфере карантина растений. В ночь на 9 декабря в Руднянском районе сотрудники полиции остановили две большегрузных автомашины, водители которых предъявили сопроводительные документы на перевозку кваса, вызвавшие сомнения в подлинности. При вскрытии заводских пломб прицепов в одной из машин были обнаружены груши, а в другой – хурма. В связи с несоответствием перевозимого груза сопроводительным документам, автомашины были переданы в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Смоленской и Брянской областей для принятия решения. Аналогичный случай произошел и в Рославском районе. На одной из дорог сотрудниками ГИБДД были остановлены две большегрузные автомашины, которые по предъявленным водителям документам перевозили сахарный песок. Однако при проверке содержимого прицепа выяснилось, что внутри находились яблоки. Всего, начиная с 8 декабря текущего года, внештатной группой проверено более 550 единиц транспорта. Изъято 11 автомашин и 176 тонн груза. На загрузке мы не присутствовали, повесили пломбы, отдали документы, сказали ехать. Мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной перевозки отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будут продолжены до особого распоряжения. О криминальной обстановке в Десногорске за прошедшую неделю расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 132 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 135 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 98. Задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения за управление транспортным средством. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Ежегодно в России отмечается большое количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Это не только дорожно-транспортные происшествия, но и преступные действия в отношении несовершеннолетних. В силу своей беспечности дети не замечают множество угроз опасности. Реальность такова, что без тщательной работы взрослых ребенок вне стен дома может подвергнуть свою жизнь и здоровье опасности. Детям стоит избегать прогулок в одиночестве в темное время суток, а также в местах, которые отличаются малолюдностью. Взрослые должны помочь ребенку спланировать маршрут таким образом, чтобы он не проходил через потенциально опасные районы города один. В случае попыток противоправного поведения против детей, ребенок сразу должен бежать к людям, звать на помощь, а не пытаться решить проблему самостоятельно. При нападении преступников ребенку лучше не вступать с ними в споры, не реагировать агрессивно, использовать приемы самообороны лишь тогда, когда это даст возможность спастись бегством. При проходе мимо подъезда необходимо держаться на безопасной дистанции от подозрительных людей, идти не останавливаясь и не реагируя на их провокации. Не стоит срезать путь через безлюдные места, парки, автостоянки, стадионы, пустыри, поскольку именно там, по статистике, совершается большинство преступлений и нападений на детей. Уважаемые взрослые, если вы хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. Показывайте детям свои положительные поступки. Еще отдел внутренних дел по городу Десногорску информирует десногорцев о том, что получить справку о наличии или отсутствии судимости можно, зарегистрировавшись на портале государственных услуг. Это сократит ваше время и не придется стоять в очереди. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону 8 код 4812 77 30 21. Для сотрудников Десногорского ООО «Полимер» спорт – это стиль жизни. Каждый второй рабочий на предприятии увлекается каким-то видом спорта и приобщает своего ребенка к здоровому образу жизни. Как организуется детский досуг на ООО «Полимер» в нашем следующем сюжете. Веселые старты для детей работников предприятия полимеровцы организуют каждый второй выходной. На соревнования в спортивный зал приходят дети разного возраста.
Веселые эстафеты для ребят придумывают сами родители. Конкурсы на быстроту, выносливость, ловкость дети преодолевают с большим желанием победить. Соревнования проходят в веселой, дружеской обстановке. Каждый ребенок получает заряд положительных эмоций и бодрости. Как правило, мы стараемся хотя бы раз в месяц это проводить. Ну, а цель, конечно же, одна – привить у детей любовь к спорту, сплоченность коллектива. То есть они должны вместе общаться, дружить и заниматься спортом. Это главная задача. У нас семья спортивная. Мальчики занимаются футболом, мама бадминтоном и я бадминтоном. Мне сегодня больше всего понравилось кататься на самокатах. Мероприятия очень важны. Они играют в коллективе, сравнивают себя с другими детьми. И социальная адаптация во время игры все-таки проходит лучше у человека. По традиции все маленькие спортсмены получили за участие в соревнованиях сладкие подарки. В скором времени в селах и деревнях всех районов Смоленской области обещают запустить технологию беспроводной связи Wi-Fi. Старт государственной программы в регионе состоялся в Монастырщинском районе. Реализация федерального регионального проекта позволит получить жителям населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек высокоскоростной, не менее 10-мегабитный доступ к сети интернет. На Смоленщине запланирована установка Wi-Fi точек доступа в 155 населенных пунктах. До конца этого года планируется подключить 116 из них. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.